Наотропил инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения UCBP Pharma S. А. Бельгия, код ATX, N06BX03, активное вещество, пирацетам, лекарственная форма, наотропил, форма выпуска, упаковка и состав препарата наотропил. Капсулы белого цвета, с маркировкой UCBN. 1 капс. Пирацетам 400 мг, вспомогательные вещества, кремния, диоксид коллоидный, лактозы, моногидрат, магний, стеарат, макрогол 6000. Состав оболочки капсулы, желатин, титана, диоксид, Е171. 15 штат-блистеры, 4 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Наотропный препарат фармакотерапевтическая группа. Наотропное средство фармакологическое действие наотропное средство. Оказывает положительное влияние на обменные процессы и кровообращение мозга. Повышает утилизацию глюкозы, улучшает течение метаболических процессов, улучшает микроциркуляцию в ишемизированных зонах, ингибирует агрегацию активированных тромбоцитов, оказывает защитное действие при повреждениях головного мозга, вызываемых гипоксией, интоксикацией, электрошоком. Улучшает интегративную деятельность мозга, не оказывает седативного и психостимулирующего действия. Показания к применению: нарушения памяти, головокружение, снижение концентрации внимания, эмоциональная лабильность, деменция вследствие нарушения мозгового кровообращения, ишемического инсульта, травм головного мозга, при болезни Альцгеймера, в пожилом возрасте, коматозные состояния сосудистого, травматического или токсического генеза, лечение абстиненции и психоорганического синдрома при хроническом алкоголизме. Нарушения обучаемости у детей, не связанные с неадекватным обучением или особенностями семейной обстановки, в составе комбинированной терапии, серповидно-клеточная анемия, в составе комбинированной терапии. Способ применения и дозы. Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования. Взрослым внутрь 30-160 мг кг, суд в 2-4 приема. Продолжительность лечения 6-8 недель. При необходимости применяют в М или в начальной дозе 10 грамм, суд. При введении пациентам в тяжелом состоянии суточная доза может составить 12 грамм. После клинического улучшения дозу постепенно снижают и переходят на прием внутрь. Детям внутрь 30-50 мг кг, суд в 2-3 приема. Лечение следует продолжать не менее 3 недель. Противопоказания к применению. Геморрагический инсульт, тяжелая почечная недостаточность при ККЛТ, 20 мл, мин, повышенная чувствительность к пирацетаму. Особые указания с осторожностью применяют у пациентов с выраженным нарушением гемостаза, при больших хирургических операциях и тяжелых кровотечениях. С почечной недостаточностью рекомендуется постоянный контроль показателей функций почек. В случае появления нарушений сна рекомендуется отменить вечерний прием пирацетама, присоединив эту дозу к дневному приему. Лекарственное взаимодействие. Описан случай взаимодействия пирацетама при одновременном применении с экстрактом щитовидной железы, содержащим триэтиронин и тетраэтиронин. Когда у пациента были отмечены беспокойство, раздражительность и расстройство сна. При одновременном применении с препаратами гормонов щитовидной железы возможно развитие центральных эффектов, тремора, беспокойства, раздражительности, нарушений сна, спутанности сознания. При одновременном применении стимуляторов ЦНС возможно усиление психостимулирующего действия. При одновременном применении с нейролептиками наблюдается усиление экстрапирамидных нарушений.